В Дагестане уничтожены 4 боевиков. Спецоперацию провели утром в пригороде Хасавюрта. Силовики штурмом взяли один из частных домов, где скрывались 2 членов подполья. Оба входили в так называемую хасавюртовскую группу, на счету которой множество тяжких преступлений. Бандитов уже опознали. Один из них, по версии следствия, причастен к покушению на имама чеченской мечети 2-летней давности. Молодой человек лично заложил взрывное устройство. Еще 2 боевиков были ликвидированы на ближайшей автотрассе. Когда правоохранители пытались остановить машину для проверки документов, бандиты открыли стрельбу. Их уничтожили ответным огнем. При обыске в салоне обнаружили автомат Калашникова, а также боеприпасы.